Об 11-й годині мешканці житлового комплексу «Європейський» зібралися біля своїх будинків, в яких з початку сезону не вимкнули опалення. Наша позиція – це позиція всіх жителів двох домів, це більше 500 квартир, о тому, щоб нам дали тепло, за яке ми готові платити. Ми готові платити за потреблену теплову енергію на основі індивідуальних договорів, які розроблені на базі теплового договору. Ми просимо те, що предусмотрено законом о житлово-комунальних услугах 2005 року. Ми согласні індивідуально платити каждая квартира поквартирно за тепло, лишь бы нас подключили. Но ЖЭК пытается нас столкнуть с нашими жильцами, с нашим ОСМД, объясняя невозможность включить тепло тем, что это ОСМД виновата. Это вот они не хотят с нами заключать договор, умалчивая о том, что это было бы незаконно. И у нас в основном молодежь. Молодежь и по одному, двое детей. Грудничков очень много. Куча грудничков. Вот мне на днях рожать. Куда мне возвращаться, в какую квартиру мне возвращаться с ребенком? В холодную? Всего без опалення мешканці 500 квартир. У меня в квартире холодно, я включаю кондиционер, но это плюсовая температура. Вот. Я болею, мне мерзнуть нельзя, я тоже, как эти дети, в носках, в свитере, чуть ли не в шапке сижу дома. Хотелось бы уюта, тепла в собственной квартире. Холодно. И мы хотим, чтобы было тепло всегда, никогда холодно не было. Пол холодный, и у нас есть плитка, которая вообще холодная. И даже мой попугай замерз, и мы его клетку полотенцем, чтобы холодно не было. Близько години мешканці будинків під дощем чекали на приїзд комісії обласної державної адміністрації. Потім люди дізналися, що представники департаменту житлово-комунального господарства знаходяться в розташованому поряд кафе та рушили туди. По результатам нашої зустрічі з двома сторонами прийшли до общому компромісу, прийняли рішення про те, що тепло буде подано сьогодні ТОВ «Тепло і сервіс», в свою чергу. В первую очередь будет подано тепло в те квартиры, которые имеют уже индивидуальные договора с этой организацией. В остальные квартиры, которые этих договоров еще на данный момент не имеют, будут розданы соответствующие бланки, примеры заполнения договоров, которые нужно будет заполнить и отдать. Поэтапное подключение таких квартир будет проводиться сразу же. Мы очень действительно были удивлены, что пока мы ожидали, мы рассчитывали, что, наверное, нас встретят возле котельной, но комиссия с хозяином котельной произвела переговоры непосредственно в кафе. С нами вышли они на связь и объяснили, что сегодня в наши дома будет подано тепло. Ирина Кидалюк, Борис Мисливцев, ЮА «Одеса».